Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні у нас в гостях Артем Дмитрук, народний депутат України від «Слуги народу», мажоритарник від Одеси. І будемо говорити про одеські теми, а їх буде декілька. Вітаю вас, Артеме. Добрий день. Давайте почнемо з того, власне, що в нас наразі за вікном, да, з негоди. Наскільки, як ви оцінюєте готовність міста до зими, яка в нас, як зазвичай, прийшла неждана, негадана, да. От. Чи справилося місто і, власне, що потрібно от робити з тими деревами, які досі, от, я думаю, от ви їхали до нас на студію, бачили, на Говорова досі лежать вже декілька тижнів дерева, які повалилися бозна коли. Да, ну я каждый день езжу по нашему городу. Я очень люблю наш город и прогуливаюсь каждый день. У меня моему ребенку 2 месяца, и мы с женой прогуливаемся по тротуарам. Ну, это, конечно, тяжело назвать уже тротуарами, то, что осталось от тротуаров, да, и по дорогам и так далее. Сейчас мне первое, что приходит, вот то, что первое вспоминается, это видео председателя Приморской администрации Марата Королева, который у себя в историях в интернете снял такое коротенькое видео пару дней назад. Он был во Львове и как бы с описанием того, что вот посмотрите, критики, которые критикуют ситуацию в Одессе, посмотрите, во Львове тоже не убирают снег, так что у нас еще не так все плохо. Марату хотелось бы сказать, что есть на севере города, да, где вообще не убирают снег. Ми можемо к этому стремитися. То це, по-перше, дуже добре от було зроблено щодо комунікації якраз двох туристичних перлин України. Да? Дуже так дружелюбно було до нашої західної столиці. Да, ну, звісно, во-первых, в першу чергу, я вважаю, чоловік, який председатель Приморської адміністрації, чоловік, який близок к господину Труханову, він не мог би делать такие видео и показывать на самом деле, что в каком-то городе, допустим, плохо, а у нас не так плохо, даже не хорошо, а не так плохо. Это был, конечно, камень в огород и мэра Львова, конечно же. Это вот такая ситуация. Что же касается нашего города и как погода, непогода повлияла сегодня на состояние дорог, на деревья и на коммуникации. Хорошо, что сегодня снег выпал всего лишь 2 раза. Два раза и продержался там всего лишь несколько дней. У нас снова наступила весна на какой-то день-два. Это все растаяло. Но вместе со снегом сегодня, извините, но ушел и асфальт. Ушло, наверное, 50% покрытия, если оценивать по всему городу. Потому что есть места в городе, где море. Еще одно море есть, да. Есть огромные лужи, в которые просто невозможно ни проехать, ни пройти. И это по всему городу. Также помимо дорог разрушились тротуары, разрушились переходы и так далее. Что же касается коммуникации, я сам дома просидел 5 дней без света. То есть падали деревья, падали ветки, которые и оборвали провода. Я сделал обращение в Зелентрест, да, в городской совет касательно того, какое количество денег выделялось на подрезку, на подрубку деревьев. Это еще связано с тем, что ко мне постоянно в приемную приходят люди, которые просят и жалуются на то, чтобы убрать какие-то деревья, которые уже висят у них над окнами, висят над парадными, висят над детскими площадками, и за ними просто никто никогда не смотрит. Максимум, что может произойти, это когда очередные выборы, и депутаты приходят по дворам, и в тот день, в то время, там, за месяц до выборов, что-то как-то там подрезают. Сейчас я получу ответ, я уже предварительно понимаю, какой он будет, да, это огромное количество денег, которое было выделено на подрезку, подрубку деревьев, ну, а по факту мы увидели, что состояние деревьев в нашем городе, сухостоев, деревья, которые должны были давно уже быть убраны или подчищены, они падали и таким образом и рвали коммуникации. А яка ця сума, ви знаєте? Суму я ще не знаю, я получу. Я думаю, що там надто невелика сума, тому що якраз в нас, на жаль, міськ Зелентрест фінансується за, по остаточному принципу, зазвичай. От, я ставив їм питання, чому ви так підрізаєте дерева, що вони там деякі просто не виживають. Ви ж бачили, як вони крону просто зрізають і все. Кажуть, ну грошей немає, ми робимо те, що можемо. Ну да, но это опять же вопрос к бюджету города, к мэру города, к депутатам городского совета, да, почему происходит такое распределение. Но опять же, итог по этому мы получим, вот когда я получу уже обращение, тоже сделал дополнительный пост об этом, информационный, чтобы тоже люди понимали, сколько денег все-таки, даже если говорить их немного, их выделяют, да, и куда они идут, может быть конкретно на каких улицах и когда проводилась подрезка деревьев. Но на самом деле с деревьями история
50 на 50 еще, да? Самое страшное, на самом деле, то, что происходит с дорогами. У нас последних 5 лет дороги ремонтирует одна и та же компания, Росздорстрой, которая сегодня принадлежит господину Шумахеру, другу Геннадия Леонидовича, да? И дороги каждый год у нас получается все одно и то же. Был снег, была вода, асфальт ушел. Ось з нього з язика питання. І що з цим робити? Вони ж дають певну гарантію, так? На певний термін, скільки ці роботи власне будуть, ну, що вони, якщо там зійде асфальт, вони готові будуть зробити нові роботи, так, за власний рахунок, відновити те, що пошкоджено. Так? І, але ж цього не відбувається. Все відбувається, всі роботи за рахунок міського бюджету. Чому так відбувається, якщо є термін гарантії? Мы должны с вами четко понимать, что сегодня местная власть во главе с Трухановым, они не имеют представления управления коммуникацией, менеджмента и тем более налаживания отношений с, допустим, такими фирмами, даже которые занимаются строительством дорог, как Росздорстрой, господином Шумахером и так дальше. Вы так думаете? Ну, я думаю, что у них налажены отношения, да. У них налажено отношения, но исключительно в своих интересах. Угу. Но не в интересах качественных дорог, не в интересах одесситов. Правильно вы подметили. Мы только сегодня вот робили сюжет в вечернем выпуске новин, буде, как просила новая эстакада на трассе здоровья. Яку Росздорстрой выиграв на тендере? Ну, Росздорстрой у нас делает, наверное, 80% дорог в городе, в том числе он делал эстакаду. Геннадий Леонидович очень хорошо пиарился на ней. Это было сделано тоже под выборы. Вот. И, конечно же, эстакада это должно быть таким, должно было стать примером развития нашего города, каких-то положительных моментов в нашем городе. Это находится на трассе здоровья. Там мало того, что практически каждый одессит проходит по трассе здоровья, да, так еще и люди, которые приезжают, туристы, тоже это все видят. Но сегодня же мы уже, я видел, даже мои коллеги делали, журналисты, ваши коллеги, делали большое количество расследований, снимали видео и показывали четко на факты, как плохо построена эта эстакада. Начиная от того момента, что был неукреплен склон перед тем, как строить эту эстакаду, заканчивая фундаментом, продолжая это все уложением плитки в неправильном формате и так дальше, так дальше, так дальше. То есть сегодня мы понимаем, что это был очень дешевый пиар-ход со стороны Труханова. Он хорошо это все распиарил, но, к сожалению, это было всего лишь на меньше, чем на год. Да, от снег сходить, з ним сходить асфальт, але під снігом з'являються нові мафи у нас. Точки роздрібної торгівлі, особливо на узбережжі, от зараз якраз активно. Що з цим робити і ну, як боротися з забудовою узбережжя, тому що ця хаотична, оця хаотична забудова, їх дуже важко знести за судом, і, власне, їх починають зносити десь ну, наприкінці серпня. Будемо чекати кінця літа знову. Ну, ви знаєте, історія з мафами, наверное, затрагує не тільки мера Труханова, а й предыдущих його колег, да, які були. Мафи, проблема з мафами и взагалі с архитектурой в нашем городе была всегда. Конечно же, мы понимаем, что сейчас она набрала особого резонанса, она особо остро стоит, потому что свободных зон, рекреационных зон, парковых зон, зон отдыха, пляжей свободных становится все меньше. Их захватывают. Вот, допустим, недавно мы видели ситуацию, когда на 10-й станции Фонтана, недалеко от Маристеллы, да, появился непонятный забор, и за этим забором должны были строить трех- или пятиэтажное здание. Но благо одесситы не молчали, мы все это подняли в информационный повод, об этом все заговорили, и, насколько я знаю, забор уже сняли, и пока строительство не планируется. Дальше, буквально сегодня у себя на YouTube-канале я опубликовал видео, где Труханов вместе с директором муниципальной безопасности нашего города 26 октября 2020 года, сразу же на следующий день после местных выборов, у черного регистратора зарегистрировали право собственности на ритуально-спасательную станцию на 14-й станции Большого Фонтана. То есть сегодня мы говорим, что директор коммунального предприятия оформляет право собственности на помещение, которое должно быть в собственности одесситов через черных регистраторов, что тоже будет дальше иметь свое разбирательство, мы подадим в суд и так далее. Но хорошо, что мы об этом узнали. Если бы мы об этом не узнали из инсайдерской информации, да, не поняли бы документы, а все есть подтверждено документами, то, скорее всего, на этом месте, на 14-й Фонтана, уже бы в этом сезоне мы видели бы очередное строительство. И как у нас сейчас принято строить, как это было на улице Пионерской,
академической, да, как это было в городе, памятник архитектуры или нужный объект ограждается забором, к забору приходит еще 10-20 крепких ребят, которые охраняют забор, и быстренько возводят то, что им нужно, или хотя бы роют котлован для этого, для того, чтобы... Ну, на академичній це все-таки закінчилося так, як воно має закінчитися, да. Але в той же час, от я пам'ятаю, ви брали участь в знесенні шлагбауму, так, на 16-й станції разом з активістами? 13-й, так. От. Ви законотворець, правильно, зараз, ви парламентар. Чи будете ви якісь ініціативи пропонувати законодавчі, власне, для того, щоб унеможливити от подібне будівництво? Ну, погодьтеся, ну це не справа ходити разом з активістами для депутата і зносити шлагбауми. Да, совершенно ви все правильно говорите, но эти моменты возникают тогда, когда вот, ну вот уже достало, знаете, когда к тебе приходит огромное количество людей, когда уже другого выхода из ситуации просто нету. Что же касается законодательных инициатив. Сегодня, еще, наверное, год назад президентом было подписано распоряжение о доступе к морю, водоемам и так далее. Оно есть, оно действует. Также мною был разработан законопроект, тоже примерно год назад, еще в начале нашей каденции, касательно наложения моратория на строительстве в рекреационных зонах, конкретно в Одессе. Мой законопроект был успешно сбит определенными лоббистами, строителями. Из вашей фракции? Ну, вы знаете, тяжело говорить. Но в том числе, скажем так. Ну, я думаю, что да. Угу. То есть мы говорим о том, что, конечно же... Дякую за відвертість. Да, а мы же говорим для того, чтобы говорить открыто, правильно? Ну, звісно, тому це цікаво, глядачу, да. Я не вижу смысла говорить как-то скрыто или информацию какую-то таить. Если говорить, то говорить уже как есть. И этот законопроект был сбит, поэтому мы совместно с общественной организацией «Спільна мета» пошли по другому пути. Мы подали на все резонансные строительства, на 13-е фонтана, допустим, это «Ля Мер», «Граф у моря» и «Калипсо», зашли в судебные споры с ними. Сегодня из трех строек две остановлены, это «Ля Мер» и «Граф у моря». Что же касается «Калипсо», «Калипсо», по слухам, опять же, у нее есть эта компания «Гефест», есть прямое отношение с мэром нашего города, поэтому судебное решение было принято, к сожалению, не в пользу одесситов. То есть они строятся в рекреационной зоне, строятся в береговой линии, там меньше 100 метров до моря, то есть там огромное количество нарушений, но при этом они продолжают строиться, и опять же, благодаря тому, что у них есть сегодня такая крыша, как в виде городского совета и городского головы. Но мы не останавливаемся, мы продолжаем с ними бороться, и все равно придет время, когда каждый, кто делает сегодня эти незаконные действия, уничтожая рекреационные зоны, склоны, этим вредит и экологии, и одесситам, и так далее, понесет свою ответственность. От у нас щось будується нове, ну там переважно на узбережжі, в рекреаційних зонах, а старе, наша Одеса стара, вона власне обвалюється з кожним роком все більше і більше, та не з роком, напевно, з кожного місяця. Що робити з нашим старим аварійним житловим фондом? Адже ну, ми розуміємо, що у міста грошей навіть після децентралізації немає на його якось підтримання в нормальному стані. Я бы не согласился с вами, что денег нету, потому что если мы посмотрим... Ну, вы уважаете, что за 10,5 миллиардов гривень можно... Да, мы же говорим о том, что... Это потребно тогда весь бюджет неэффективность. Мы говорим о неэффективности использования нашего бюджета, так как по слухам... Да, и по слухам черная касса городского бюджета составляет примерно такую же цифру. Это с тех же мафов, с тех же строек, с тех же незаконных шлагбаумов и так далее. То есть мы говорим, что сегодня просто в городской власти существует даже не один, а два бюджета, да, которые они распределяют абсолютно в своих целях. А что же касается памятников архитектуры? Ну, сегодня, наверное, несколько дней назад я проснулся, просто поднял телефон, и первая новость у меня высветилась, что на улице Старопортофранковской, да, по-моему, да. Упала стена завода мороженого бывшего, да. Это очень неприятно, это очень ужасно, и я считаю, что это происходит тоже благодаря определенным лицам, которые на этих местах, понятное дело, хотят возводить новые высотки и строиться. Что с этим делать? Ну, опять же, вы говорите, что денег нет. Я вас уверяю, что деньги в бюджете есть. И... Но немає на підтримання всього, я маю на увазі старого фонду. Да, они не выделяются просто.
и они их не вписывают в бюджет для того, чтобы не поддерживать їх, для того, щоб вони рушились. Що, що, щось виділяється, але цього не вистачить. Якщо навіть там прикриють чорні каси, буде вдвічі, в 2.5 рази більше. Ну цього все погодитися. Це крапля в морі. Це без державної допомоги. Ну ми ніколи не врятуємо стару Одесу. На сьогодні ніхто із депутатів міського совету, ні мер міста, не ініціював ні програми, ні обращення, ні к інвесторам зарубіжним, ні к центральній власті, для того, щоб сохранити пам'ятки архітектури, для того, щоб привлечь інвесторів. Програма внесення от, власне, історичного центру Одеси до фонду ЮНЕСКО, списку ЮНЕСКО. Але питання в тому, що зроблено згідно з цією програмою. Програма та є, вона діє вже скільки років, але що зроблено? Ну, як її реалізували, допустим, на містах, ми об этом говорим. І никто эту тему не поднимает на самом деле. На сессии Горсовета сегодня мы только видим, как, допустим, один из ярких представителей партии «Доверие делам» рассказывает своим коллегам о том, как умело воровать из бюджета. Для того, чтобы что-то воровать, нужно что-то иметь. Да, я с ним тоже встретился в прямом эфире и попросил у него, была тема эфира касательно рекламы в нашем городе. И я попросил у него, так говорю, вы вместо того, чтобы говорить о всякой ерунде, внесите какое-то нормальное решение, нормальную инициативу касательно единого архитектурного решения по рекламе, допустим. Да? То есть, подведя черту в этом вопросе, мы скажем, что депутаты городского совета просто не выносят этих инициатив. То есть их даже некому поддержать. Грубо говоря, могли бы это быть и иностранные инвесторы, и центральная власть, да? Но инициатором должен быть все-таки городской совет и мэр. Потому что у них очень хорошо получается строить что-то, да? И в парковых зонах, и на склонах, и так далее. Но нужно еще и восстанавливать и содержать в каком-то состоянии те еще памятники архитектуры, которые еще есть. Их уже осталось не так много. Ще одна важлива тема для Одеси – це пожежі. Пожежі, які просто ну, стали якимось лихом стихійним для нашого міста. Ми пам'ятаємо Tokyo Star, пам'ятаємо коледж на Троїцькій, пам'ятаємо Вікторію. Ну, от, не дай Боже, зараз нас дивляться хтось із родичів тих, хто загинув у цих пожежах, тому що ну, дійсно це просто важкі, дуже важкі емоції. І от зараз пожежа на Посмітного, знову двоє загиблих. Ну, от чому так відбувається? На вашу думку? Ну, за последний период это вот в тех пожарах, которые вы назвали, это, к сожалению, больше 40 погибших. Я далеко не все перелечил. Да, погибших и десятки людей, которые пострадали путем того, что... Вибачте, я ще переб'ю. Це ж в тому числі, знаєте, це так трохи прозвучить, я розумію, комерційно, але це в тому числі і туристичний імідж Одеси, тому що в тому ж Tokyo Star загинули туристи, на Посмітного загинули туристи, в Tokyo Star там іноземні туристи, да? Ну хто сюди поїде, якщо просто можна згоріти в готелі? Вот если мы будем говорить сразу о последнем случае, да, это, допустим, о гостинице, которая сгорела на Посмитного. Мы стараемся, я, моя команда, мы стараемся всегда присутствовать на всех ситуациях, которые происходят в нашем городе. Допустим, если это пожар, да, мы стараемся приехать, чем мы сможем, тем будем помогать. Допустим, вот была плохая погода, да, тоже ребята собирались, коммуницировали с друзьями, у которых есть там внедорожники, для того, чтобы помогать людям вытаскивать машины с сугробов и так далее. В ситуации с пожаром я тоже присутствовал на Посмитного. Там было около 20 эвакуированных людей, и, как вы сказали, уже двое людей погибли. Да, и двое еще пострадало. Вот по этой ситуации мы можем провести такой яркий маркер отношения сегодня местной власти к ситуациям, которые происходят в нашем городе. Когда я был там на месте, там был представитель тоже местной власти, с которым мы нормально поговорили, он пообещал, что все люди, которые были эвакуированы, это люди остались без средств для существования, без одежды. Ну, понятно, у них все сгорело, они выбежали в том, чем было. Он пообещал, что все люди будут расселены, и все будет в порядке, они будут обеспечены всем необходимым. Но уже на второй день после пожара людей отвезли в гостиницу примерно где-то в 2-3 часа ночи, в 12 часов дня. Мне позвонили люди, которых как бы расселили в гостиницу, и сказали, что они остались на улице. Потому что я всем раздал свой номер телефона для того, чтобы в случае чего они имели со мной связь. Они остались на улице, и связаться ни с кем с местной властью у нас не получилось. Эта информация есть в СМИ, она публичная, она не секретная.
Конечно же, мы с моей командой всех людей, кто в этом нуждался, расселили, обеспечили всем необходимым, вот, и будем продолжать им помогать ровно столько, сколько это будет необходимо. И что же касается погибших людей, то им тоже никак не помогли, но, слава богу, уже, ну, вернее, родичам. Родственникам никак не помогли, уже прошли похороны. И уже как бы особо ничем и не поможешь, да? Но тоже все, що от нас... Похорони в нас зараз це далеко не дешева процедура, на жаль. Тому допомогти якраз родичам є чим. Да, ну ми допомогли родственникам в этом плані. Я имею в виду, что утрата очень серьезная, когда гибнут дети, это сложно помочь чем-то. Да? Но я не говорю, финансовая помощь – это самое маленькое, что мы могли сделать для этих людей, закрыв все их расходы, которые были связаны с похоронами их детей. И в свою же очередь Геннадий Леонидович, обосновывая свое равнодушие и непомощь к этой ситуации, назвал это место просто борделем, сказав так, что это бордель, поэтому помогать людям, которые там пострадали или погибли, мы не будем. Ну, от, можливо, він частково і правий, насправді. Але чому в місті функціонують такі от... ну, ви ж розумієте, що з приводу Tokyo Star теж різні чутки містом ширилися. І вони не безпідставні, да? Але чому от у нас функціонують такі хостели, такі готелі, які в лапках, я так закавичу, да? Де дійсно, ну... Всі розуміють, що там надаються певні послуги, що там немає повної там пожежної там системи нормальної, системи оповіщення. Чому вони функціонують у нас в місті? Ну, давайте спочатку закроємо тему. Потрібна ж міська влада ну, якось комунікувати з правоохоронними органами. Совершенно верно. Спочатку закроємо вопрос Попа Смітного, щоб у людей сразу сложилось нормальне впечатлення. Я до сих пор общаюсь з людьми, які пострадали, з родителями погибших людей. Це були абсолютно нормальные люди, дети, семьи. То есть это не был бордель 100%. Бордель там есть рядом, и, может быть, Геннадий Леонидович перепутал. Может быть, он даже там был, допустим, да, и так себе, а на Посмитном, это же бордель, куда я хожу, допустим. Ну, давайте так. Куда я хожу, вот может это там. Я думаю, мэр вам не может відповісти зараз, да, его немає в студии, давайте не будем такими звинувачами. Это было не там. Но, конечно же, вы правильно говорите о коммуникации местной власти с правоохранительными органами, с пожарными структурами, с МЧС и так далее. Но на протяжении последних 5 лет и всех пожаров мы видим, что коммуникации, скорее всего, нет, она не налажена, ну или налажена, но в совсем другом направлении. Даже касательно вот пожара на Посмитного, эта гостиница была расположена внутри зданий, и ни пожарная, ни скорая не смогли подъехать близко к зданию. То есть потому что элементарно проезд между зданиями, он был настолько маленький, что пожарная просто не смогла заехать и развернуться. Но это же... Сейчас забудова не продумала. Да, то есть это мы говорим о том, что разрешение на строительство выдавал городской совет, городской ДАБИ, да, и разрешения явно выдавались с нарушениями. Да, но когда там будувалась будівля, вибачте за тавтологию, я думаю, что ДАБИ еще не было, 100%, она еще не была в міському підпорядкуванні, тоді ще це була державна інспекція. Ну, там нове строєння, давно можна посмотрети. Ні, ну так Адабі скільки в нас? 3-4 роки підпорядковано місто, але це не знімає відповідальності чиновників. Да. І, ну, сьогодні ми вже говоримо, якщо ми заговорили за тему проїзду скорих і пожарних машин і так далі, то ми бачимо постійне відео, якщо, допустим, виникає якась надзвичайна ситуація або в Аркадії, або, допустим, на Таїрова, де є нові постройки, да, то пожарна просто не може, опять же, заїхати навіть во двор. Потому что там нету места, где припарковаться, невозможно заехать и так далее. Это огромная проблема, с которой мы будем сталкиваться еще очень-очень много лет подряд. Это хаотичная застройка, которая приводит к таким вот плачевным ситуациям. Артеме, я вам дякую, що ви до нас прийшли, що знайшли час, і дякую за цікаву розмову. Спасибо вам. Я нагадаю, що у нас в студії був Артем Дмитрук, народний депутат України від «Слуги народу», одесит, мажоритарник. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами, залишайтеся з репортером.